Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Джек Роуз. Продолжаем проходить Fort Solace. Джек, хватит озираться. Надоел. В прошлой серии мы углубились в разные отсеки станции и уже обнаружили два трупа. Поэтому, кому интересно, посмотрите предыдущий ролик. А пока мы должны найти способ пройти вперед. Джек предложил вариант спуститься по рельсам. Давайте спустимся. Мы оказались заперты в ловушке. Возможно, это нам поможет. Я взял батарею с собой, и 100% ее придется вставить куда-то сюда. Ладно, видимо, нет. Так, прошелся по рельсам. Так, слушайте, пока непонятно на самом деле. Давайте сюда зайду. Сюда куда-то вставить надо ее. А, даже вот так. Так, батарейка есть. Но... Дальше мы не продвинемся, да? Да. Перейти препятствие. Похоже, придется открывать дверь вручную. Ну что, ничего не остается. Давайте откроем дверь вручную. Джек, ну заходи, господи. Управление немножко корявое, но... Попривык вроде уже. А, вот так надо. Отлично. Дверь открыта, рельсы продолжились. Давайте двигать. Вроде все собрал, что мог, но... Буду собирать по мере прохождения. Возможно, придется перепроходить эту игру, чтобы выбить платину, но посмотрим. Едем вперед. Включай фонарик, Джек. А, есть подсветка в туннеле, да? Как минимум два трупа мы уже нашли. Это охранник Оскар Ричардсон и Хелен, доктор Хелен, ботаник. Пока больше никого мы не нашли. На станции вроде предположительно 6 человек. Но... Походу все. Доехали. Впереди препятствие. Снова открывать вручную. Джек. Так, а что здесь? А, здесь ничего, да? Хорошо. Хоть бы по туннелю не пришлось пешком идти. Стремновато. Так, снова запуск двери вручную. Раз. Два. Очень медленно все. Три. Супер. Что это? В этом месте все разваливается. Черт. Слушайте, ну сейчас это вот это стрёмно на самом деле. Джек, давай. Че жать? А, серьезно? Хочешь протиснуться? Черт, все-таки придется идти по туннелю пешком. Чего я так не хотел очень сильно. Очень сильно не хотел я этого. Тревожная музыка. Так, плакатов на стенах нет никаких, поэтому вряд ли здесь будет как бы какие-то коллектаблс, поэтому давайте просто откроем дверь и пойдем дальше. Недолго думая, скажем так. Раз. Ну, мужчина какой-то здесь точно есть, потому что, ну, по фигуре, по крайней мере, это был мужчина, который закрыл нам дверь. Джек, прием! Сообщение с помехами. Ой, это мы на поверхность Марса вышли.
Возвращайтесь на поверхность. Меня не сдует случайно? Джесс, ты там? Наконец-то! Соскучилась? Не смешно. Когда связь прервалась, я уже не весь что навоображала. Думаю, это все помехи за туннели или бури. Где ты сейчас? Не уверен. Нужно вернуться к поверхности базы. Так, окей. Карты, естественно, наверное, нет, да, у меня? Серьезно, это такой карьер огромный. А где я, неизвестно, да? А, известно, вот он я. Ой, какой ужас, ладно. Непонятно, куда двигаться, поэтому давайте двигаться прямо. Так, ну это явно закрытая штука. Лестница, это супер. Давайте осмотрим, что снизу сначала. Вживую эти титаны такие огромные. Да, по названию можно было догадаться. Спасибо. Так, флаг. Так, открыть содержимое. Надо будет после этой серии посмотреть, что там за коллектаблс, что там открывается хотя бы. А то я как-то все собираю, но ни разу не смотрел, что мы открываем. Так, ящик этот не открыть. Давай, Джек, поползли. Надеюсь, лестница не сломается. Тебя чехарда, никто не позвал на помощь по радио. Ты на такое купишься? Да, обычно это не лучший исход. Да что-то вообще происходит. Но ты сказал, что не исключаешь зомби? Не видел ни одного? Пока нет. Надеюсь, все-таки это не зомби. Не люблю игры с зомби. Кроме растений против зомби, скорее всего. Попадите в здание техобслуживания. Странно. Опять сам себе бормочешь? Да контейнер впереди открытый. Просто иди к техобслуживанию. Надо все-таки взглянуть. Ты как будто смотришь фильм и пытаешься обскакать тех тупых героев, что гибнут первыми. Я одним глазком. Поверить не могу. Так, давайте осмотримся, где мы. Мы рядом с контейнером. Нам нужно здание техобслуживания. А где оно? Джек. Ладно, давайте посмотрим все-таки, что внутри. Надеюсь, нас не запрут в этом контейнере. Ой! Что случилось? Попробуй успокоиться, помни тренировки. Успокойся, вдохни. Я нашел еще одного. Тоут, это их руководитель Буровой, как указано в записях компании. Это не он тебя встретил в буровом отсеке? Нет, я так не думаю. Так, у нас три трупа уже, ребят. Надо добраться к генератору. Так, стоит вообще заходить сюда? Нет, видимо, нет. Так, куда идти? Черт возьми, куда идти? Куда-нибудь сюда? Так, все контейнеры заперты, а это что? А, он не показывает, где я конкретно, он показывает только локацию, да? Ну да, видимо так. Вот там вдалеке что-то горит. Атриум. Так, это вход. Все, супер. Это вход в нашу... локацию самую главную. Идем сюда тогда.
Скорее всего, нам сюда. Так, единственное, я думаю, может обойти. Посмотреть, что происходит здесь. Так, ну ладно, здесь ничего. Ну и дальше нет смысла идти, потому что там просто тупо здание. Так, мы на месте, скорее всего, да? Да, рядом со станцией техобслуживания. Все хорошо. А что помимо станции есть? Ангар. Атриум. Центр связи отдельно еще стоит. Вот надо туда, наверное, тоже сгонять будет. Скорее всего, мы сюжетно там и окажемся. Так, ладно, я у ТО. Не, такое сокращение ни за что не подойдет. Направляйся внутрь. Так точно. Эй! Вас пытаюсь разойти обстановку. Давай, держись там. Так точно. Я уже пожалела. Так, атриум. Слушайте, а тут выход с атриума есть? Не понял. В чем прикол? Это просто какой-то отсек. Ладно. Так, а это что тогда такое? Сори. Ну, кстати, хороший кадр, наверное, получился бы, да? Так, давайте свободную камеру так сделаю. Иду куда-то там. Куда-то иду. Ладно, пускай будет кадр. Не совсем понятно, что это. Сори, не ту кнопку нажимаю. Атриум, центр связи. Скорее всего, это центр связи. Слушайте, я хочу дойти до него. Блин, нет, там красный этот дисплей. А, это гринхаус. Доступ запрещен. Полная блокировка. Я понял. Центр связи, вот он, вышка, да? Но мы туда придем еще. Это однозначно. Господи, а кто же есть на станции еще тогда? И где он прячется? Так, это атриум. Мы его обходим стороной. Maintenance unit. Неужели такая огромная станция? Ну хотя да, она вниз уходит, скорее всего. По большей-то части. Так, идем в техобслуживание. Так, уже рядом. Так, открылась. Придется закрыть за собой. Так, все, нас сейчас дезинфицируют. Герметизация шлюза завершена. Так. Какой-то генер. Сторидж, тут хранилище. Ну, мы в любом случае все осмотрим. Опа. Так, почему меня тут все ненавидят? Так, ну ладно, инструменты я не испугался. Господи, что-то за... О-о-о, понеслась. Что с камерой? Так, куда-то берем. Я только не понял, что я собираю. Что-то я... О-о-о, да господи, что... Что происходит с камерой? Еще что-то. Чё происходит? Кривое управление? О.
Господи, нет, серьезно, слушайте, мы уже дошли до такого этапа, но... Так, ладно, давайте-ка назад. Чё с ним? Братан, нет! Так, давайте, наверное, выйдем и зайдем по-нормальному. Вдруг это мне поможет. Тут вообще локация пустая. Да, слушайте. Вот тут, конечно, косяк. Здоровский косяк. Давайте еще раз попробуем зайти. Ну, сори. Сори, конечно. Еще странно, что пальцы-то себе не прищемил. С его неуклюжестью. Герметизация шлюза завершена. Отлично. Так, ну там мы досмотрели все. Давайте пойдем сюда. Да, слушайте, что-то с камерой было. Сейчас все ок. Так, диктофонная запись. Берем. А это мы послушаем. Как здорово, что я в деле. Я чувствую, что занимаюсь чем-то больше, чем заставляю бур крутиться. Эта планета, эта станция может стать началом эволюции. И это важно. Ого, говорю прям как она. Как она, это как Хелен. Возможно, у них что-то было. Так. Хорошо, давайте сюда. Не могу ничего пока здесь осмотреть. Бур тоже мимо. Так. Что у нас тут? Тут только компьютер. О, плакат. Exploring New Worlds. Открыть содержимое. Хорошо. Давайте осмотрим компьютер. Адам, я знаю, что вы разделяете мои опасения по поводу работы Хелен. Я бы хотел обсудить ваши варианты и дальнейшие шаги по оценке ее проекта Frontier. Команда Ника больше не может так работать. Мои моральные устои этого не позволят. Уайт Тейлор, медработник. Ассим Надери. Здравствуйте, Адам. Я обновил и изменил принудительный протокол безопасности, как требовалось. Все работает нормально? Дайте знать, если понадобится что-то еще. Уважаемые сотрудники, просим бережно обращаться и хранить инструменты. Халатность и недосмотр смогут привести к несчастным случаям. Необходимы регулярные проверки. Пожалуйста, не пользуйтесь неисправным оборудованием. Адам, привет. Лебедка на утесе продолжает заклинивать. Я посмотрел сегодня, и скорее всего, ее придется целиком заменить. Ей еще можно пользоваться для переноса оборудования вверх и вниз, но выйти из строя может любую минуту. Сам я не могу подать заявку на замену, так что это придется сделать тебе. Спасибо. Эктор Моралес. Так, новенький, да? Хади Диау. Привет, Адам, спасибо за письмо. К сожалению, пришлось рано покинуть игру. Ник вынудил меня поднять ставку, когда у меня были разномастные двойка и семерка. Руку я, естественно, слил и пошел в бар. Насколько знаю, Ник и Уайт слегка повздорили, но это просто ссора. Но я сам свидетелем не был. Прости, что больше сказать ничего не могу. Кхади Дьяо, инженер. Так, это Хоскинс. Записываю это после очень напряженного дня. Только что выходил посмотреть на новые повреждения установки от непогоды. Время движется к сезону бури. Обстановочка тут накаляется. С каждым днем все сложнее. Но люди трудятся, и мы продолжаем идти вперед. К лучшему будущему. Ничего не понятно. Что ж, теперь лебедку точно придется заменить. Лебедка, да, лебедка кривая была. Так, а что здесь? Ого, у них тут есть орбита? 3D принтер? Ага, очень круто. Но прогулка под звездами все равно глупо. Это совсем другое. Different vibe. Понятно.
Power Access. Ну что, двинем дальше. Так, карта у нас есть. Так, встал не очень удачно. Под свет прямо. И отсвечивает. В всякий случай посмотрю сейчас. Так, там лестница. И все, да? Батарейка нужна, i5. Естественно, она у нас есть. Воу! Еще одна лестница. Так, спуск вниз не самый приятный, как всегда. Вечно ждешь чего-то. Так. И тут кровь, и это грязь. Скорее всего, грязь. Так. Возможно, сюда мне не нужно. Так, инструменты. Что это? Sorry. Генератор как будто намеренно выключили. Намеренно? Как? Как будто кто-то взломал панель управления и обошел охранную систему. Но для чего кому-то это делать? Понятия не имею. Но этот кто-то явно не хотел оставлять записи. С испорченной системой я не могу перезагрузить генератор. Я тут застрял. А другого генератора нет? Он в конец уничтожен. Да, его разрушили просто. Так, ну все, ты должен немедленно вернуться. И этот сломан. Ага. Ага, так, теперь, значит, надо... Ой! What the fuck? Так, ты кто? Весь в крови. Ты чё? Ты кто? Ой, кто еще ответил на тревогу? Сколько вас тут? Ой, ты чё? Кореш? Я тебе задал вопрос. Джек? 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 Что у него с глазами? Это Уайт, это медик. Что у него с глазами? Мне показалось сначала, что они были красными, теперь показалось, что они желтые. Джек? Джек? Джек, прием. Ты в порядке? Походу мы телеграмм за Джессику, да? Центр, прием. Центр. Так точно говорит центр. Это Джессика Эпплтон, Форт Майнер. Мы получили ваше сообщение. Наша сила безопасности уже в пути. Для оценки ситуации. Сколько еще ждать вашу команду? Не раньше утра. Они движутся с плато Иридани. Просим сохранять спокойствие, пока вы ждете. Фу. Че, неужели сама поедешь? Автопилот disabled. Держи, Джек. Я уже в пути. Так, Джессика сама, значит, едет в Форт Солис, да? Ну там же буря. What? Что? Remote override. What the hell is Какого хрена происходит? О, нет. Что, придется выйти? Что ж, отличная ночь для прогулки, да? Серьезно, нам за Джессику дают играть? Ну что, ребята, вздохнули? Офигеть. Нас же просто сдует.
Что ты делаешь, Джессика? Она прицепила себя, чтобы ее не сдуло бурей. Но буря пройдет, да? Так. Все, отцепляйся, Джессика. Да, ну, видимо, буря прошла. Что-то нифига она не прошла, как будто. Глава третья. Полуночное спасение. Направляйтесь в Форт Солис. Так, Джессика, у тебя есть карта? Слушайте, у нее, в принципе, те же карты, что и у него. Сообщение 35 новых. Тема «Жалоба на поездку вездехода». Вот это ты ему устроила, Джек Лири. Предстоящее повышение перевода. Добрый день, Джессика. Большое спасибо, что отправила заявку на продвижение по службе. Рад сообщить, что результаты проверки впечатляющие. Мы хотим видеть тебя следующим ведущим инженером на новой лунной станции «Балтика». Я понимаю, что ты не очень любишь релокации. Я назначила на понедельник встречу в Миннере, чтобы обсудить варианты. Еще раз поздравляю, Кэти Смит. Так. Похоже, кто-то обнаружил поправки Джека в работе торговых автоматов. Забавно было бы посмотреть, как он выкрутится перед отпуском. Что скажете? Подумайте над этим. Нам может понадобиться козел отпущения. Так. Геологоразведка плато. Работа внесена в журнал. Может встретиться в ангаре. И давай-ка возьмем тяжелый вездеход на случай, если бур придется вести назад. Увидимся внизу. Привет, Адам. Спасибо за письмо. К сожалению, пришел рано покинуть. Так, а это все письма, которые собрал наш Джек, да? Да. Аудио все. Да, я знаю, как пользоваться записью. Да, пожалуйста, захвати мне. И конец связи. Это про пиво, которое он ее спрашивал. Так, все прокликаю, чтобы просто не было, вот у меня не висела вот эта хрень. Так, ну что, идем тогда в Форт Солис пешком. Ну, судя по тому, что здесь знаки на земле... Интересно, доступы у нее есть? Все. Судя по тому, что... Да, я вижу уже форт, он рядом. Совсем рядом. Можем пойти сразу в отсек тот. Как он? Технического обслуживания станцию. Туда пойти за Джеком. Можем пройтись по станциям, которые... Вот, опять же, несколько вариантов, да? Как продвигаться. Вот вездеход Джека. Но в любом случае на плато придется подняться наверх. Основная дверь, скорее всего, закрыта из-за бури. Но мы все равно проверим. Найдите способ попасть в Форт Солис. Ну, естественно, здесь все закрыто. Доступ запрещен. Полная блокировка. Так, лебедка. Лебедка у нас с вами заедает. Надеюсь, что получится подняться. Лифт. Хотя он лифт вроде кажется, что рабочий. Было бы издевательством просто нас как-то опять по лебедке. Да, что ж ты будешь делать? А если лебедка заедает? No climbing for me, then. Значит, мне альпинизм не светит. Неужели дверь будет открыта? Ну, это было бы странно, потому что у нас она залочилась, судя по всему. Доступ запрещен. Полная блокировка. Ну и как мне попасть внутрь? Он же инструменты оставил в вездеходе. Точно, точно. Так, что-то странное там вдалеке как будто показалось, нет? Что там подсветилось что-то, нет?
Нет такого ощущения? У меня вот почему-то есть. Ну, будем надеяться, что это просто галюны. Это просто станция вдалеке. Так, ну мы как минимум знаем, что жив доктор. Почему он вообще эту штуку здесь держит? Не то чтобы жаловалась, хотя... Я же пожаловалась. Так, у нас есть какой-то резак теперь, да? Срежьте дверь в утёсе. Почему меня сюда направила камера? Ладно, не совсем понятно, на чем акцентируется внимание иногда. У нас, возможно, где-то на фоне что-то происходит, я этого просто не вижу. Но тогда же, помните, я заметил в первой или во второй серии, где там было человека за дверью. Ничего страшного, если я срежу дверь. Ну, не попробуешь, не узнаешь. Каттер. Этого достаточно, разве? Интересная ты дама, Джессика. Эпплтон. Быстрее, буря. Ой. Ой, боже мой, мне очень жаль. Не хотел тебя напугать. Я видел тебя там, среди бури. Ты в порядке? Уайт? Да. Да, в порядке. Хорошо, отлично. Потому что здесь просто жесть какая-то творится. Верно говорю? Ага, ага. Прости, а кто ты? Джессика Эпплтон, а ты? А, я Ник. Я тут буром заведую. Ну, заведовал. Ну, понимаешь? А Ник мертв, она же знает это. Где твоя команда? А, ну их тут нет. Такие бури особо не побуришь. С тобой кто-то еще есть? Нет, никого. Я приняла сигнал тревоги. А, точно. Да, тревога. Побежали. Ого, как помчалось. Эй, ну ладно. Куда ты собралась? А? Куда ты собралась? Я могу помочь. Я могу помочь, хорошо? Ты давай-ка успокойся и просто дыши. И... Открывай-ка дверь, я тебя отведу к твоему дружку, хорошо? Ладно, но ты должна успокоиться. И ты должна открыть дверь. Хорошо. Давай же, открой дверь. Просто открой дверь. Все просто, открой дверь. Открой дверь. Открой дверь. Открой сраную дверь! Прости, что это я вспылил. Иногда я такой... Ладно. Ладно. Еще увидимся. Но он же может выйти наружу. Что ты делаешь, Джессика? Еще один прорыв, приз получен. Попасть в туннель утеса. Но в этой зоне мы еще не были. Так, ну этот гад, если что, может ведь обойти с улицы нас. Надеюсь, не обойдет. Он был в здании техобслуживания. Это исходная точка. Нужно проверить. Нам придется выйти на поверхность снова?
О, атриум. Доступ L3 у нас есть, все. В принципе, я могу подняться. Сори. Я могу подняться. А могу с доступом третьего уровня пройти. Еще походить. Давить? Или как? В принципе, можно побродить. Во, она-то кровь не видела же, кстати. Ну ты идиот. No signal. Consultation. Тоже нельзя, да, открыть? В хирургию пойдем, не пойдем? Хотя зачем нам в хирургию? Труп посмотреть. Ну, труп она, в принципе, видела. Точнее, ну, мы видели с Джеком. Ладно, не заходи. Хотя, почему-то она может подойти туда. Она, в принципе, все может вещи подобрать, как Джек. Я бы взял с собой его. Потому что что-то здесь какая-то дичь происходит. Почему доктор свихнулся? Это совсем перебор. Нужно найти Джека и убраться отсюда ко всем хренам. А, здесь туннель был, по которому Джек, если что, выбирался, да? Да. Ладно, сюда нам не надо. Давайте выйдем отсюда. Жутко, конечно. Доктор поехавший оказался все-таки. Джессика? Ночь выдалась долгая. А я просто пытаюсь со всем справиться. Джек жив? Где он? Ты о нем беспокоишься? Я это понимаю. Но даже с моей клятвой я для вас уже ничего не могу сделать. Да ты творишь полную дичь. Посмотри вокруг. И скажи, что я не прав. Не прав? Почему ты все это делаешь? Джек Лондон лучше всех выразился. Истинный удел человека — жить, а не существовать. Я не хочу тратить свои дни в попытке продлить их. Я хочу использовать отпущенное мне время до конца. Да. То есть, получается, он со мной будет разговаривать, да? А не Джек. Так, ну туда нам не попасть. Здесь я прям пустовато. Так, контин. Warning. Not to use. Она может взаимодействовать с ним? Да, может. Бостонские дни. Но она практически совсем может взаимодействовать. Так, манекен так и стоит. Дурацкий. Так, контин. Возможно, у меня будет доступ к чему-то, что было закрыто. Требуется доступ уровня 5. Так, это кабинет Хоскинса. Хорошо, пока доступа туда нет. Вот, контин. Ну-ка. Она может попасть? Джек? Джек? Не, там холодильник, мы в курсе. Джек, это ты? Там холодильник, мы это знаем. Понятно. Прикольно будет, если этот ублюдок будет выпрыгивать где-нибудь.
Так, ну ладно, она тоже должна флаг посмотреть. Верить не могу, он до сих пор их хранят. Ха. А кровавая надежда разве не здесь была? Так. Во, Джек. Вот здесь мы еще не были. Джек. Еще не нашла свою дружка? Может, лучше дашь мне подсказку? Я бы и рад, но ведь это будет жульничество. Ты так не думаешь, Джесс? И я делаю все, что в моих силах, чтобы не раздуть конфликт. Который ты уже сам создал. Я? Нет. Нет. Это Хелен. Ей хотелось быть правой. Любой ценой. Правой насчет чего? Приходи в теплицу. Я тебе покажу. Но в теплице закрыт проход еще. Так, послушаем. Забавная история. Захожу в центр связи и точно слышу, как Эшлин читает стихи. Он все отрицает, но это точно было не мычание под музыку или что-то типа того. Блин, тут свихнешься рано или поздно. Может, мне просто пора возвращаться в опору? Так, это Ник, который погиб, к сожалению, или к счастью, не знаю. Здравствуйте, Ник. К сожалению, я не понимаю, о чем вы говорите. У нас есть книжный клуб, не хотите в него вступить? Текст доступен на портале. Только скажите, я добавлю вас на следующей неделе. Спасибо, Асим. Эй, привет. Хочу по-быстрому сказать спасибо, что занес тот камень. Это лишь доказывает, что дверь отсека повредил не человек. Как на таком количестве камней могли остаться настолько похожие отметины? Хм, ну короче, увидимся вечером за покером. Доусон Робертс. Так, Толт. Эти бури. Из-за них сильные задержки. Хелен требует все больше материалов. Но мы за ее аппетитом не поспеваем. Вся команда на нервах. Все постоянно спорят. Людей просто не узнать. Не знаю, сколько мы еще протянем в таком темпе. Что-то наверняка сломается. Нужно поговорить с Адамом. С Адамом. Травмы, ранения. Я такого никогда не видел. Нас здесь быть не должно. Так, окей. Понятно, что ничего не понятно дальше. Что-то происходило на поверхности в нерабочее время. Но что? Что было не так? Кто-то дрался или что-то типа того. Так, это 5-й уровень, это 4-й уровень. Private bathroom. Так, здесь мы тоже были. Смотрите, все следы убраны. Реально, все следы убраны. Да я понял. Приходи в гринхаус, он говорит мне, но не знаю. Я думаю, что... Так, ну эти все двери locked. Дойду до конца. Включайся. Так, L3, L1. Вот в L1 мы заходили в этот? Да, это где фанат рестлинга живет, да. А это книжка с рисунками страшными. Мне нужно больше рисовать, хотя попытаться. Здесь такие виды бывают. Так, это Робертс рисовал, да? Хорошо. Валим отсюда. Крю бафом.
Слушайте, а следы-то убраны. Практически все, но кровь все равно... Нет, кровь осталась, это... Я ошибся с ванной просто. И ты все это видел? И гору трупов? Может, тут был несчастный случай? Пародирует Джек. Может быть, это помогает ей не бояться, не свихнуться. Для меня тут доступ закрыт, да, на все? А не могу ее просто, ну, спилить? А, она же оставила это все перед дверью. Слушайте, ну, я думаю, мы осмотрели достаточно, что могли. Надо валить. Здесь его нигде нет. Хотя с него останется выпрыгнуть откуда-нибудь. Давай не будем об этом говорить, потому что реально сейчас кто-нибудь выпрыгнет из-за угла. Я что-то перепугаюсь, скажем так. Так, мы из кантины пришли. Тут, естественно, проход закрыт, да, у нас? Так, а наш дружок предлагает нам в гринхаус прийти. Но у меня тупо нет возможности туда зайти. Так, аппараты. Ему не стать козлом отпущения, если он не вернется. Так, давайте выйдем в зону. В общую. Так, лифт. Так, дрил бэй. Угу, табуровой отсек. Генератор здания техобслуживания. А мы разве в него можем попасть? Не, ну это отдельная зона. Хотя как будто бы, да? Хотя как будто бы. Все прям очень рядом. Ну давай в буровой отсек на всякий случай все равно зайду. Так, сервер рум. Так, там нужен четвертый уровень, это я помню. Нет смысла туда идти. Дойдем сюда. И поднимемся на поверхность, потому что, ну, больше вариантов-то особо нет. То есть только по сюжету идти. А в гринхаус мы сможем попасть, в принципе, мы можем попасть в гринхаус, но... Так, стоит ли сюда заходить? А зачем ей компьютер смотреть, если она его видела? Поставки мы видели, видео видели. Пост охраны, буровой отсек. А, мы не пройдем в буровой отсек, там же завалила дверь. Ну, то есть, на вас выход только один, наверх. Получается. Да, тут все завалило. Ладно. Я на всякий случай все исследовал за нее, хотя мог пойти, да, просто куда надо, но я сделал это. Потому что, может быть, у меня открыты были бы другие какие-нибудь пути, другие варианты проходов. Так, ладно, идем. Время на самом деле поджимает, надо уже потихонечку заканчивать. Пускай мы особо много ничего не сделали, но... Так, в сервер, ну, не пойдем пока. Так, maintenance unit. А что там? Офис, буровой отсек. И он на поверхность так выбрался, да? А я могу подняться наверх куда-нибудь? Атриум, офис, рум, обстек. Давай наверх. Пускай будет так. Надеюсь, нас не встречает никто там.
Оу, Хелен. Прости, Хелен. Почему он так на всех вызверился? Так, Эпплтон, сперва сделай дело, все остальное потом. Так, а почему у нас вот это закрыто? Может, у нас уже есть доступ сюда? Конечно же, нет. О, бутылочка, которую выпил Джек. Я так и знала. Officer 6 Conference Room. Так, ну там нам делать тоже нечего. Stairwell Elevator. Так, ну это мы отсюда пришли. Давайте выйдем отсюда на улицу тогда. Надеюсь, этот гад нас не поджидает. Снаружи. Так, здесь есть что осмотреть? Наверное, нет. Так, а теперь где тут здание техобслуживания? Ууу, да там буря опять. Так, у нас вариантов немного на самом деле, то есть нас зовет челик. Нам можно в здание техобслуживания сходить, а можно сходить в... Так, это центр связи. А можно сходить... Он сказал, приходи в гринхаус, да? Ты думаешь, стоит ли вообще двигать в гринхаус нам? Потому что это как-то совсем, ну... стрёмно идти в лапы просто маньяку. Давайте, наверное, на этом закончим, ребят, потому что... Это явно будет не быстро. Эй. Ладно, на этом закончим. Ставьте лайки, если понравилось. Пишите комментарии по прохождению. Плейлист на прохождение именно Fort Solace будет в описании и по спашке в конце. Вам спасибо за просмотр. Увидимся очень скоро. Ребят, всем пока.